выиграть нормально все наши руках, не паникуем, играем так же, как мы разные. Стой, Джоник и Лёха, давайте, забегайте. Джоник, по флангу бежишь, Лёху Крумпин закидываешь. Все готово к началу первого тайма. Поехали! Ну, нормально. Нормально, нормально, продолжай. Сильнее. Хорошие. Тоже хорошо. Пошла игра уже, интересно. Прессуй, прессуй. Джонни. Ну, ты чё, я жду, ё-моё, чё, хотя чё бы чё? Чё ты ждал-то? Ты мог меня вывести. Ну а чё, куда? Ты толком не забежал, все остальные тоже не забежали в центре, ну... Всё хорошо. Всё нормально. Не, я тоже вот не видел, что был как будто мог отдать. Давай, наверное, проехали, забыли нас. Так что можно продолжать. А чё было? Что-то... У них пара, все боты и кипер будут. Так что не бейте, наоборот, там ботяра стоит. Он пропускает. Нет, там надо было, наверное, вывести кого-то вызвать. Я ладно. И после разреза давайте, они не смогут. Хорош. Блядь, я не туда пошёл. Ну... Пыч, такое, блядь. Пиздец вообще. Второй темп снимать, возьмите. Хорошо, хорошо. Дон Круг, молодец. Под него? Хорош. Ой, Клар, красавчик. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Хорош. Хорош. Извините, это мое место. Черпанул-то. Гиву, маме какой-то там. Не маме, да? Не тот друг. Прям обратно. У нас друзья не только брать. Я по центру. Скинули. Ну, пьем. Ну, пожалуйста, что ты пиздец-то, блядь? Ёбаный... Давай, нормально, ты подожди, сейчас забей. Мужики, 15-й. Столько я жил в этот, блядь, удар. Эмоции первой игры. Это ёбаный товарищеский кубок, мужики, это не финал Лиги Чемпионов. Ну, всё правильно, надо жопу рвать, сука. А у нас, по-моему, первая официальная игра. Нет, я не говорю, что неважно, я говорю... Короче, всё, блядь, тихо. Сейчас все, блядь, заткнулись, нахуй, играем дальше. Да, много нет, так все нормально. Это может быть хороший. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Хорош. Прекрасно обороняется, не позволяет. Дура, выходим, вон. Молодцы. По флагу бы там. Бля. Ой, вот сейчас провалили. Банкрот вообще гений, блядь, молодец. Все правильно. Сидел на холме. Блять. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет? Хороший. Не торопись, играйте в пасик все. Это может быть опасно. Лупи! О! Охуенно было. Хорошо, молодцы. Давай сейчас. Давайте все остальные там сзади, ЦПшники тут на подборе. Хорошо. Попробуй навесить, до навеса доведите. Ребята, вот так можно фантазировать, блядь. Вот в такие моменты надо бить. Да, потому что, блядь, мне футы они. А чё? Лёха волосы отрастил? Да. Чё-то я заметил, у него лысый. Ну ещё нос заберём. Ой, бля. Хорошо. Демьян, право далеко убегает, пониже чуть-чуть игры. От права там. Аккуратно, бля. Хорошо. Бля, хуя меня подефили двое, бля. Может, не пошел, я выбью. Ой. Касание. Ребят, присутьте сразу. Восьмого сыграть.
Я в касание давно, но дальше. В спину. Давай, давай, давай. Ой, хорош, ну и чё? Ииии, блин! Сука. Я думал, всё-таки поострее пойдёт на вес. Чё-то он как-то... Да не, чуваки, чё-то... Рассчитывают. Хорош. Хорош. Не надо. Не надо так. Блин, сейчас. Ну так нельзя играть, конечно. Сразу выходим, помнишь? Выходим, выходим. Ты меня вообще в защиту закинул. Все, вот. Побелый. Еще выше, еще. Хуя. За... Я думал, что за бред. Че это? Поводу... Подожди, подойдут к тебе. Сначала становится, потом дашь. И лучше вперед давай. Потому что посмотришь крик пойти. Ой, хорош. Направо. Или... Не, подожди. Да, направо. Нормально, фу. Бля, у меня джойстик заел, сука, не смог сбежать нормально. Давайте разыграем. По флангу сможешь? На вес, на вес. По флангу, хань, Лёх, цопник перед стенкой. А, туда вот, в навес, Джаник, ты сбегай. Один из скажи со мной в центре встанет. Нормально. Вышли к центру. Бля. Хорош. Удалось нейтрализовать атаку, кто будет первым на мячах. Хорош. Ни хера себе. Сам. Да ёбаный мудак, блядь. Нормально. Всё хорошо. Блядь, бил практически сразу, ёбаный. Ой, замечательно. Ой, бля. Неплохо. Да, в одни ворота. Не расслабляй. Что мне понравилось, потому что один удар, один повод, и фе классика. Особенно как 90. Короче, давай, цепашники, это ваш матч. Вас они вообще не встречают, не прессуют. Берите мяч, блядь, и смотрите. У них бот. Бейте, стесняйтесь, и все, видите, там кипер все будет пропускать, все, что летит. Сейчас тяжело будет Андрюхе сводить, может, там боты на нем будут сидеть. Если пропустим, то чисто сами себе забьем. Они нихуя не создают. Да. Ну да. Одни. Давайте, молодцы, да, у вас хорошие эмоции, хороший матч. Давайте в том же духе продолжаем и заберем матч этот. Давайте, поехали. Наконец-то я услышал эту мотивацию. И как давно я не вижу. Да, прям душу греет. Все, отлично. Золотые, блядь, слова, ой. Вот спокойно, войди. Давай, ой, вот так, видишь, вас никто не прессует, ребят. Спокойно, блядь, думайте, у вас есть время на подумочку делать. Да, жалко, что два тайма, блядь, уже один закончился. Мы должны второй забить сейчас. Пострелять бы, блядь. Мы сейчас назад чуть отходим, кажется, с игроками. Ой, надо наказывать. Хорош. Вот блин. Да что? Нормально. Молодец, дальше играем. Третья волна атаки. И Вася. Давайте так же разыграть. Скажи со мной, встань, да, хорош, молодец, все, встань так.
Далее. Все, нас сзади трое, спокойно стоим, ждем. Все, отлично. Чего? Давай назад, все, сейчас выстрелимся. Нормально, мы это лучше, чем все. По судье минимум. По линии выходим, я всегда по линии, что ли, любой. Все, заебись. Да, не, вот, не надо ждать, пока вам скажут. Видите, ЦЗ выходят крайние, сразу выходите по линии в ЦЗ. Не надо ждать. Здорово, умница. Пока неплохо. По идее, молодец, да. Спасибо. Так еще. Не, я там на там, в центре клуба. Хорошо. Ворос. Сейчас про защиту, ребят, не забываем. Да, защиту отойдите. Маленькие там КФшники тоже лучше, чуть поближе к защитке. Давай, да. Ну. Ой. Нормально, все назад. Назад в защиту. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Хорош. Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. Сбегай. Джонни. Я думал, ты вернешь. Ну туда вот. Ну. Я же объяснял. Я эту хуйню объяснял давно. С самого начала я тут. Да я понял, я думал, ты на отыгрыш будешь. Сука. Один на него выходит, другой держит. Хорош банкер, молодец. Прямо. Не паникуй, все хорошо. Да. Вот он попал из наших. Хороший. Хорош, умница. Центр. Ах, Лёха, хорош. Только внизу, давай. Ой, красавчик. Какой удар! Ой, ой! Чё ты, ребята, это матч? Исполнил, блядь. Накрутил чувачков, блядь. Такой только. Давайте побольше. Тут только такой забивается, такого. Чё, Женька? Давайте побольше. Командам 20 минут осталось играть. Отлично. Тут может что-то получиться. Мяч летит. Вот сейчас, Андрюха, у тебя тоже лук залетел. Да, надо. Наигрывались. Блин. Да-да, ну, бля, на официал, потому что, блядь, ебать их просто. Че? В центре возьмите его, игрока. Подай. Ходи назад. Двое уже. Ой. Ну, говорю, не надо упороться вперед. Офсайд. Лёха, сожрать. Хорош. Чуваки. Ну у нас да, дырка. 2-0 счет, не упарывайтесь вперед, не надо. Скользкий счет. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Тонко, тонко вообще. Вводи. Ой, еще. Я думал, сразу диагональ будет налево. Хорош. Три нахуй. Вот так. Все, понеслась. Давай надо Денчику сухарь обязательно. Ну да, было бы мило. На табло 3-0, это разгром. Не милая задача. Мой мяч. Гири, красава. Ой, куда? Нет, офсайд. Блять. Ой, блять. Блять. Сыграть меня. Разрез. Я на Тора давал, а пошло, блять. Можно. Против сыграть. В ноги, там, через центр, блять. Ну, ТТП, через ТТП. Ладно, что ж.
Хотели Денечку сейчас поездить. Только проговорили. Бля. Ну-ну-ну, вам больше. Кстати, хорошо. Не отыгрывай, блядь. Нихуя. Пиздец. Пока неплохо. Невнятный пас получился, и мяч уходит за рукав. КЗшники вы поставили дальние сбрасывания? У меня стоял. Такого не должно быть. Хорош! Хорош. Ебать, давай. Хорош. Хорош. Хорошая игра, защита. Опасно, очень маленький кинать поставить. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него. Хорош. Центр. Давай, давай, не расслабляйся. Судья решил добавить 3 минуты. Матюди, очень большой прием. Лёх, сделай скрин общей там статистики. Ну, понял. 22 удара вообще красавчик. Я играл в матче, что-то схуярит. А когда это интересно, я поворотами бил? Какие? Вот этот. Один вот. Только. Да, там надо счет только и все. Молодцы, ребят, с победой вам. Я сейчас начал их тут это сделать все. Ладно, я пойду тогда. Давай. Давай, красавцы, давайте удачи в следующей игре выигрывай. Типа пить всех там, для Денчику сухарь.